Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой интересный проект, как DeFiX. Итак, сегодня поговорим о такой теме, как награда за ставку. Компания DeFiX предлагает своим уважаемым инвесторам схему пассивного дохода, где инвесторы смогут получать прибыль до 20%. Выплаченные токенами DeFiX на общих токенах DeFiX, акциях, которые находятся на бирже. Токены после ставки будут заблокированы на срок от 12 до 24 месяцев. Этот стимул будет действителен только в течение 26 месяцев с начала программы ставок. Инвестиционный график таков. Если мы ставим 12 месяцев, ставки блокируются. Блокируем от 50 тысяч до 250 тысяч на 12 месяцев, то мы получаем 10,5% награды после 12 месяцев стейкинга. Если мы блокируем от 250 тысяч до 500 тысяч на 12 месяцев, то мы уже получаем 12,5% каждые 6 месяцев. И если мы блокируем от 500 тысяч токенов и больше на 12 месяцев, то получаем 18% каждые 3 месяца. Если мы блокируем не на 12, а на 24 месяца, то тут уже немного другие расценки. От 50 до 250 токенов получается 12% после 12 месяцев. От 250 до 500 15% каждые 6 месяцев. И от 500 и выше, то уже 24% каждые 3 месяца. По завершению периода ставок токены DeFiX и оставшаяся прибыль, полученная в токенах, будут выплачены инвесторам. Распределение вознаграждений будут распределены в токенах DeFiX в течение 7 дней после окончания периода выплат, чтобы свести к минимуму давление продаж и обеспечить стабильное ценообразование токенов. Все инвесторы, которые получат свои награды, ставки смогут продать вознагражденные токены DeFiX, каким заблагорассудится, в высоколиквидных пар DeFiX со всеми основными криптовалютами, сырьевыми товарами и акциями, то есть никаких ограничений или блокировок не будет. Также дополнительные преимущества. Токены с колями также будут иметь право на торговые графики, сделанные высокую прогодя пополнение в доме аналитиков, кроме того, торговые сигналы будут разосланы ежедневно для инвесторов, чтобы сделать лучшее торговое решение. Инвесторы также выигрывают от еженедельного отчета рынка, которые будут подготовлены в верхней части линии фонд дома и учреждений, которые будут разосланы еженедельно, которые будут держать наш взгляд резким о том, что ожидать от рынок и как управлять своими инвестициями лучше. В настоящее время проводится оценка дополнительных стимулов, которые в скором времени будут переданы команде альфа-инвесторов. В DeFiX компания стремится быть лидерами рынка и мыслить процессов и палачей. После долгих размышлений о том, как добавить лучшие из децентрализованных организаций в децентрализованные биржи, компания решила предложить инвесторам и всем участникам ставок право голоса за вопросы управления на бирже DeFiX. Первое в своем роде DeFiX направлено на создание уполномоченного инвестора, который также функционирует как принимающий решения. Совет директоров DeFiX будет создавать предложения, которые будут меняться от дня ко дню работы системы и может включать в себе наем новых сотрудников, создание новых возможностей для заработка на бирже DeFiX, изменение коэффициента выкупа и сжигания, корректировку скидку на торговую плату, корректировку торгового рычага, доступного для держателей токена DeFiX, а также может включать выплату вознаграждения за ставку. Будут также выдвинуты предложения о том, какие более лучшие услуги и стимулы могут быть предоставлены инвесторам для повышения их способности принимать более обоснованные финансовые решения. Первым предложением, предоставленным Советом директоров, будет частота предложений. Голосование будет ограничено только инвесторами, которые будут делать ставки на токены DeFiX. Один токен DeFiX будет засчитан как один голос.
Для голосования будут предложены 2-3 набора предложений, и избиратели могут выбрать одно предложение из имеющих вариантов. Голосование будет проводиться по индивидуальной программе, которая подтвердит вольные токены и выдает голоса в зависимости от количества токенов. Также будет проведено ежеквартальное совещание между советом директоров и инвесторами, чтобы подробно о них узнать об использовании DeFi Exchange. Инвесторами будет представлен вариант увеличения количества токенов с пакетами акциями. Также в разделе «Стейкинг» можно узнать более подробно о преимуществах инвесторов, какие они будут иметь. Также я уже зарегистрировался на бирже, на самой бирже. Можно немного рассмотреть. Так вот, я зарегистрировался. Регистрация довольно простая. Просто свое имя, пароль, почту, подтвердить почту. И все. Давайте немного рассмотрим, что тут в личном кабинете. Так, здесь есть раздел «Дом», «Профиль», «Транзакции», «Направление», «Поддержка» и «Уведомления». На главной странице мы можем видеть, что один DeFi токен равняется 24 доллара США. Данный токен можно уже сейчас приобрести при помощи ETH эфира, BTC биткоина и USDT. Для получения токенов нам необходимо будет в разделе «Профиль» мы можем заполнить наш профиль, установить двухфакторную аутентификацию для более надежной и пройти проверку личности. В разделе «Транзакции» будут отображаться все наши транзакции, какие мы сделали. Также компания предусмотрела реферальную систему. Можно присоединиться к реферальной программе, поделиться своей уникальной ссылкой, обратиться к друзьям и получить 5% токенов. Ваши друзья также получат 5% токенов за использование ссылки нашей. То есть беспроигрышная для ABI и техподдержка, где мы можем задать любой вопрос, который нас интересует, и получим свой ответ. На этом обзор мы закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.